Evengezein? Es ist ja eine Anarit. Mir will doch ein Geich Wein. Mir will drauf geht ein Belein Greig. Wir sehen dein Alp Kaiserreit. Neid ein Verb dein geht ein Kresse. Знаешь, что это? Знаю. Кто это? Трис Мюригольд, до недавнего времени советница короля Фольтеста. Артефактная компрессия, сложное заклинание. Она жива? Жизненные функции замедлены, но это поправимо. Это очень трудно. Ты справилась с порталом между Лок-Муина и Нильфгардом. Справишься и с этой фигуркой. Отойдите. Я не знаю, как ее тело перенесет декомпрессию. Никаких пентаграмм, свечей, крови невинных младенцев? Сразу видно, что ты ничего не смыслишь в магии, посол. Но это не страшно. Она нужна нам живой, Ассире. Поэтому убедись, что ее тело хорошо перенесет декомпрессию. Я сделаю все, что в моих силах. Но чтобы прийти в себя, ей наверняка потребуется некоторое время. Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Ведьмак 2 «Убийца королей». В конце прошлой серии мы отправились в Лок-Муин. А тут уже происходят вот такие вот дела. Как вы поняли, Трис Мюригольд тоже прибыла сюда, пускай в немножко необычной форме. Как тебя зовут? Как твое имя? Трис! Висе гейтох гейдин. Да. Мэген Авианеан Сайб Цорайн. Мэпев Дайн Альвер Дайк. Красавчик. Порешил чародейку. Мюригольд. Вас зовут Трис Мюригольд. В общем-то, интересно. В Лок-Муине соберутся довольно-таки серьезные ребятушки, с которыми шутки плохи. Это совет чародеев, это Нильфгард, это убийца королей. А мы сюда прибыли с Йорвитом. Знакомая долина. Да-да-да, долина действительно знакома. Так, что там по прокачке-то у нас... До 15 можно поднять. Да, почему бы и нет, давайте поднимем. Тут везде следы гарпий. Когда ты был? Ой, пардон. Они так и не поняли, в чем дело. Да, я уже порядка недели не играл, может даже больше, потому что серии наперед были предзаписаны. Но мы по-прежнему режем их довольно неплохо. Таргет, конечно. Ой,
вас такое, не ахти. О, Йорвит на лук переключился. Не будем терять времени. Да-да, не будем, согласен. В конце предыдущей серии у меня, к сожалению, закончилось место на жестком диске. Суки! Какого хрена вы делаете? Эти горы видели упадок двух цивилизаций. Сначала Франы, потом мы, Айнсейки. Ну все. Могу я уже договорить, нет? И может быть увидят падение третьей. Это эльфы уничтожили Вранов? Нет, их убили климат и болезни. Когда-то в Вилене в горах росли цветы, а истоки Понтера не замерзали круглый год. Видать... Красивая была раньше эта долина, но не прокнула. Сюда пришли люди. Опа-на. Рыцари Пылающие Розы на мирных переговорах. Так подожди, интересно, рыцари это наши друзья. Того, кто им заплатил. Подожди, подожди. Кто призвал орден? Кто их мог пригласить? Родовит. А, теперь король Родовит. Теперь орденская падаль начнет разжигать костры под риданским флагом. Особенно им нравится жечь чародеек. По крайней мере, так говорят. Так это нормально. Родовит видел, что орден сделал с Вазимой. Он видел помешательство прежнего великого магистра. У короля должен быть очень веский повод, чтобы призвать их к себе. Все ясно. Ему потребовался кнут против Филиппы Эйльхарт. Хорошо. Не нужно, чтобы они тебя видели. Знаю. Для них хороший эльф, мертвый эльф. Нет, не поэтому. Потому что ты Йорвит. Та-та. Я попробую пробраться в город через пещеры. И тебе тоже советую. Я знаю великого магистра ордена. В свое время мы сражались на одной стороне. Я поговорю с ним. Без меня. Да, я согласен. Попробую найти пещеры, которые выходят в городскую канализацию. Встретимся в Локмуинне. Догони меня, если передумаешь. Вафайль. Надеюсь, Зигфрид не забыл меня. Давайте сохранимся. Стой! Бросай меч! Ты чё, охуел? Я знаю тебя! Ты ведьмак из Ривии. Ты убил? Оставь его. Великий Зигфрид? Магистр, он же... Зигфрид! Я сказал, оставьте нас вдвоем. Добро пожаловать, ведьмак. Старый друг. Привет тебе, Зигфрид и Денесли. Приветствую тебя, Зигфрид, великий магистр ордена, защитник людей. Как ты официален. Ну да. Я был готов встретить здесь кого угодно, только не рыцарей ордена. Жизнь любит преподносить сюрпризы. Я слышал, что у тебя проблемы. Да. В Локмуине я собираюсь их решить. Твоя голова дорого стоит. Письма, приказы, награды. Ты веришь, что я убиваю королей? Если не ошибаюсь, ты никогда ничего не делаешь без повода. Ну да. Я не понимаю, какую выгоду ты получишь от хаоса на севере. Ты не ошибаешься. Вы здесь уже давно. Ты не знаешь Филиппа Эйльхарт в городе? Ее только что арестовали по обвинению в измене. Ух ты! Указ подписал Родовит. А схватили ее мои люди вместе с Риданской стражей. Здорово. Я рад, что Орден Пылающей Розы выжил. В этом велика и твоя заслуга, ведьмак. Родовит лишь помогает нам набрать силу. Нам обещаны земли вблизи Роггевейна. Я собираюсь возвести там замок, величайшую крепость на севере. Он будет зваться Бариенмург. Скоро ты услышишь о нем. Не сомневаюсь, Зигфрид. Ты выглядишь озабоченным. На великом магистре лежит большая ответственность. И за что ты отвечаешь на мирных переговорах? Здесь никто не верит в мирный исход. Ага. Родовит тоже? Родовит строит великие планы, и он не знает угрызений совести. Как любой монарх. Другие короли по сравнению с ним — жрицы Мелителе. Ого.
Родовид заматерил, походу. Переговоры уже начались? Сегодня утром. Вчера все делегации расквартировывали войска и придворных, так чтобы все могли чувствовать себя в безопасности и при этом не нарушали протокола. В результате большинство улиц в городе контролируют вооруженные до зубов патрули, а властители сидят в укрепленных кварталах и ходят на переговоры в сопровождении, можно сказать, в сопровождении небольших армий. Нихера себе. В воздухе пахнет грозой, ведьмак. Мои солдаты ставят 2-1, что мы возьмемся за оружие самое позднее к вечеру. Когда начнется основная часть переговоров? Ничего себе мирные переговоры. На следующем заседании решат судьбу долины Понтера и будут обсуждать возрождение Совета и Конклава. Если ты об этом. О нет, именно Совету возрождаться нельзя. С каких это пор Орден Пылающей Розы воспылал любовью к Редании? С тех пор, как Родовид отдал нам во владение земли. Конвент принес присягу Родовиду, и теперь мы его личная гвардия. Нихера себе. Интересный ход для такого молодого короля. А, ну в принципе это отличный логично. Отличный вариант и для него, и для нас. Орден нуждался Фоль, в земле, ты же боялся а у Родовида ордена. Есть множество противников, которые с нашим появлением перестали быть его врагами. После смерти Визимира каждый пытался урвать кусок побольше. Вот именно. А теперь молодой король хочет вернуть себе всю полноту власти. Это способный и очень амбициозный человек. Хорошо. Я должен с ней поговорить. Она в подземелье, в лагере Редании. Туда никого не пускают. Меня проводи пустят. Меня за ворота, с остальным я разберусь. Хорошо. Зигфрид. Будь осторожен, город сейчас как ведьмачья петарда. Достаточно одной искры и... Не беспокойся, я буду осторожен. Где реданский лагерь? Иди к центральной площади. Остальные лагеря лучше обходи стороной, особенно тимерцев. Они до сих пор верят, что это ты убил их короля. Как и другие переговорщики, они забаррикадировались в своем квартале. Ясно. Родовид занял несколько зданий у восточной стены со стороны площади. В них можно довольно неплохо держать оборону. Удачи тебе, ведьмак. Я ручаюсь за этого человека. Спасибо. Отнеситесь к нему как к гостю ордена. Я даю ему свой перстень. Да, великий магистр. Мы передадим это всем патрулям. Везде полно вооруженных людей. Чтобы избежать конфликтов, город разделили на несколько частей. В каждой своя стража, которая следит за порядком. Не затевай драк, не используй магии, и все будет хорошо. Ты только что перечислил мои жизненные заповеди. Я просто предупреждаю. Да хранит тебя вечный огонь, ведьмак. Спасибо, Зигфрид. Помог, чем смог. Йорвит. Нихера себе там красных точек. Че, будем прорываться с боем, что ли? Тимерцы. Филиппу скрутили в последний момент. Она едва заклинание не произнесла. Гниет теперь в реданском подземелье в особых кандалах. Угу. А Давид прав. Что не цацкается с ведьмами? Интересно, что с ней сделают. Или палачу отдадут, или скормят чудищем. Говорят, тут в подземельях полно всякой гадости. Не знаю, за что ее там заперли, но у всех чародеек совесть нечиста. Истинная правда. Никто по ней плакать не будет. Подземелье – самое подходящее место для Филиппы Эйльхард. Лучше была бы только виселица. Если ее убьют, об исцелении Саски ты можешь забыть. Думаю, ее охраняют как спальню императора. Мы туда не проберемся. К императору в постель мне не к спеху. А вот в подземелье войти придется. Попробуй попасть в канализацию. А я тем временем найду дом Эйльхард. Если она не ожидала ареста, там могло остаться много интересного. Меня арестовали? Это интересно. То есть, либо мы можем туда пробраться тайком, либо... А чё, давайте-ка возьмем тюремный заказ.
Можно быстро попасть в подземелье и без канализации. Надо только, чтобы меня арестовали. Да, скорее всего, ты окажешься в одной камере с Филиппой. Но ты забыл об одной мелочи. У как тебя отберут выбраться? Оружие и закуют в кандалы. Я справлюсь. На походы по туннелям уйдет слишком много времени. Ладно, идем. Я попробую пробраться к Филиппе. А ты, может, найдешь ее дом? Точно. В прошлый раз из ее барахла мы узнали много интересного. Вафаэль, Гвинблейд. Вафаэль, Йорвит. Так, добраться до Филиппы Эльхарт. Блять! Это чё за нахер? Это чё, блядь, было такое? Охуеть. Спрячь, пожалуйста, меч. О! Я не верю, что ты убил Фольтеста. Я его и не убивал. Но награда есть награда. Подожди. Как профессионал, ты должен меня понять. Знакомое лицо. Трепло. А! Петя, Петя, петушок, иди-ка сюда. Ладно, 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 ладно. Не совсем. Один из лучших фехтовальщиков Севера. Давай. Ну вот. А вы говорили просто человек. Вот какой человек способен так раскидать? Разыскная грамота. Вооруженных людей, закованных в латы. Ну, я думаю, не совсем обычный, по крайней мере. Так, что мы там подняли? Какие-то, небось, легендарные, охерентельные штаны? Снижение магического урона. Так, смотрите. Нихера себе. Сопротивление горению и кровотечению. Штаны так штаны. И тут пятерочка. Да уж. Берем. А это что? Ага, это трофей Драуг. Мне бы ремесленника найти сейчас. Ох, это было бы полезно. А? Я знал, что мы еще встретимся. Опять ты. Зильград не забывает унижений. Зильград? Чего ты хочешь? В этот раз у тебя ничего не выйдет. Весь Айдирн узнает, что значит кулак Зильграда. Выходи на бой. Типа, ты со мной в рукопашку драться хочешь или чё? Ну давай подеремся, чё, я ж не против, Зильград. Ебать твою мать, на. Угу. Угу. Да. Убирайся. Кулак Зильграда. Какой стыд. Ну чё, не учит тебя жизнь ничему? Дурачок, что ли? А, это верно. Понятно. Ладно, идем дальше. Да, блин, город Локмуини. Не лучшее место для переговоров.
Простите, у меня... Все еще простуда не прошла до конца. Ну... А вы сюда пролезть не можете, я так понял, да? Да. Хорошо. Гарпий в городе. Пацаны. Ого. Втащил так втащил. Давай, дурачок. Господи, блядь, Иисусе. Чего такие дерганы? Ага, нужен ключ. У стражи что, ключа не было? Ну охуеть. Ладно. О, базар. Офигенно. К твоим услугам. Чё там такое? Вы мне сейчас это говорите? Я с магичками не работаю. Я отказываюсь. Что это тут? Драться, что ли, собрались? Капитул запретил поединки. Ты не можешь просто так разорвать договор. У нас тоже есть обязательства. И ты уже получил часть денег. И отдавать не собираюсь. Нечего за мной ходить. Ага, вон она че. То есть мало того, что деньги взял, так еще и отказался работать. Боги послали нам ведьмака. О, можно тебя на пару слов? Я че, он коллектор, что ли, блядь? Я слушаю. Мы искали кого-то вроде тебя. Понятно. Ведьмака. Кого-то, кто сможет охранять нашу экспедицию. А, так вы не хотите деньги вернуть? Что за экспедиция? Что у вас за экспедиция? У нас есть сведения, что в Лок-Муине находится мастерская Айбдейрхены. Нам нужен человек с оружием защищать нас от чудищ. В катакомбах их больше, чем хотелось бы. А подробности расскажет наша заказчица. Чародейка. Кто? Как вашу чародейку зовут? Боюсь, пока ты не решишь к нам присоединиться, мы не откроем ее имя. Не понял. В таком случае приятно было поболтать. До свидания, ребят. Цинтия. Ее зовут Цинтия. Цинтия? Это уже что-то. Ну да. Вот она, наша зацепка. Что это за лаборатория? А что Дейрхена делал в этом городе? Все слышали о его проклятии тысячи джинов, но мало кто знает, что он занимался историей Лок-Муине. В особенности его интересовал период упадка вранов. В дневниках он упоминает, что оставил здесь свои архивы. По записям мы поняли, где искать его лабораторию. Вы? Вообще-то чародейка. Зато мы знаем все об Айбдейрхене. Я диссертацию по нему писал. А чтобы попасть в мастерскую, надо пройти через катакомбы. Я подумаю об этом. Я сейчас соберусь и вас догоню. Где вас искать? Мы собираемся в усыпальнице чародеев. А я знаю, где это. Там, под той башней. А, ну все, спасибо. Там, под той башней. Понял. То есть это, блин, довольно интересная херня. Ну как, ты уже стала чародейкой? Это не так просто. Одних зачетов недостаточно. Мне еще нужно подтвердить, что я достойна. Сюда меня призвала сама Филиппа Эйльхарт.
чтобы я могла пройти важное испытание. А ты кто такая? Еще немного, и я стану чародейкой. А что за испытание? Это тайна. На самом деле, я даже не знаю, к чему готовиться. Я повторяю все понемногу, просто на всякий случай. Желаю удачи. Мне можно будет и дальше запасаться у тебя эликсирами и травами? Эй, я все еще бедная студентка. От возможности заработать я не отказываюсь. Тогда я понял, кто ты. Так, что купить? Я даже не знаю, что у тебя есть тут. В принципе, да, у тебя сукно есть. Чертежи. Но это всего лишь рецепты эликсиров. Ты мне пока не нужна. Но полезная такая довольно-таки штучка. Как идут дела? Ты очень невнимателен или крайне невоспитан. Я рассчитывал встретить дорогих мне людей, поговорить, вспомнить старые добрые времена. А они отворачиваются или смотрят на меня, как на пустое место. Ты о чем? Чародеи не отличаются вежливостью. К сожалению, да. Они вышвырнули меня из Бонарда при первом удобном случае. Видно, мне не стоило поднимать руку на ректора. Да, они не все стоило. От меня отвернулись. С меня хватит. Никаких больше гримуаров и амулетов. Не желаю иметь ничего общего с чародеями. Я бы хотел взглянуть на твое добро. Смотри, сколько влезет. О. В твоей коллекции есть что-нибудь о дикой охоте? Лучше не спрашивай о ней. Это еще никого до добра не доводило. А точно, надо же поспрашивать. Мне нужно знать, почему призрачные всадники похищают молодых людей. И что с ними потом происходит. Это тайное знание никогда и нигде не было записано. Но можно найти его следы. Значит, придется искать. В подземельях Лок-Муинне находится меч, некогда принадлежавший эльфу из иного мира. Меч. Его до сих пор никто не забрал? Маги пытались его найти, но клинок хорошо спрятан от чужих глаз. О, говорят, как. Что тот, кто им овладеет, проникнет в тайну дикой охоты. О, впрочем, как. Не знаю, так ли это. О, этого стоит искать. Упс. Так, ну ладно, давай посмотрим, что у тебя на продажу есть, товарищ. Я имел в виду вот. Зелье Рефорда Белого. Вот Рефорда Белого можно взять, хотя я же не умею применять эликсиры. Прямо в бою, так как это было в первой части. История чародеев. Задачи и цели ложи. Херня, в общем-то. Мне нужен ремесленник. Мое имя Геральт. Брат из Бонарда. Я помню тебя. Ты был на Танадде и в Оксенфурте. Похоже, наши пути пересекаются именно на эльфских землях. Действительно. Но ты же не для того пришел, чтобы побеседовать об эльфских городах. Нет. Именно для этого. Меня очень интересуют эльфские руины. Неужели? А, ну руины, да. Эльфская культура и вполовину не так интересна, как гномская. Даже в развалинах Лок-Муинне производит незабываемое впечатление. Представь, каким был город во времена первого Капитула. Как говорится, до войны все было лучше. Джеффри Монг привел сюда своих учеников из Стоков. Должно быть, они бродили тут, разинув рты от изумления. Не могу себе представить Хена Гидемгейта маленьким мальчиком с разинутым ртом. Вы встречались? Ах, да, на Танаде. Его смерть стала ужасной потерей для всех нас. Огромный. Видишь ли, Геральт, всем к старости начинает казаться, что мир год от года становится все хуже. Настоящие ценности исчезают, великие люди уходят в прошлое. Именно так. Но на Танаде действительно... Окончилась целая эпоха. Наш мир стал взрослым, утратил невинность. И это случилось в результате насилия. Кому нужны легендарные герои и сказочные чародеи во взрослом мире? Никому.
В том-то и дело. Люди отлично проживут без чародеев, героев и ведьмаков. Только не все понимают это. Не все готовы с этим смириться. А ты умен. Я бы сказал, даже слишком. Многие знания, многие печали. Давай сменим тему. Блин, я просто сейчас сижу и улыбаюсь. Для тех, кто, к сожалению, не читал книжек про ведьмаку, хотя бы вот даже самую известную, это «Меч предназначения» Андрея Сапковского. Просто, ну да, вы действительно много из этого не понимаете, но, блин, тут куча отсылок к книжкам. И встреча старых знакомых, которые побывали в разных городах в разные эпохи, это довольно интересно. Нет. Я пришел, потому что ты отлично разбираешься в оружии. Ты преувеличиваешь. Ты лучший мастер-оружейник среди чародеев. Меня интересуют любые предметы материальной культуры других рас. Но среди прочего, оружие, да. Мне нужен острый и длинный предмет материальной культуры. Безотлагательно, если я правильно понимаю. Ну да. Меня интересует дикая охота. Расскажи мне про тот меч. Нет. Я не занимаюсь воздушными тварями. Дело не в них. Спасибо. Но ты, судя по всему, ничего не знаешь, да? Давай посмотрим, что продаешь. Блин, у тебя должны быть... Охуеть. 43. Эльфийский меч. 42. Кровотечение. Короткий эльфский. Мне короткий не подходит. Мне вот этот взять. А, не, он с одной рункой. Тогда лучше не буду. Лучше возьму вот этот. Сколько он стоит? 1045. Ёбана в рот. Ладно, повременим с покупкой оружия. 23. Ого. Здоровье плюс 40, сопротивление горению. Офигеть. Так, 23, здоровье плюс 40. Основные характеристики. Стопэ. Скрафти-ка мне одну вещицу. Ведьмачий серебряный меч. Вот он. 25, 50 к здоровью, легендарный. Да. Благодарен. Так, давайте-ка посмотрим, что это у нас теперь за супердоспех. Нормальное сопротивление к горению, кровотечению, отравлению. Снижение магического урона. Один из лучших доспехов в игре. О, еще один меч выпал. Кайдвенский. А, вот я бы вот с этим походил, потому что он довольно интересен. Кайдвенский прямой черный меч, он довольно интересный. И по виду, и в принципе. Но если я найду тот самый меч, про который они болтают, которого я, кстати, не находил никогда. Ну, то есть, я как-то... Либо я не помню, либо я просто реально не слышал этого служка про... Меч дикой охоты. Да, блин, интересно. Так, денежек у меня уже, к сожалению, нету. Ну да ладно. Еще можно тут немножко потыняться, посмотреть, что да как. Вот так вот выглядит этот доспех Драуга. Неплохо. Ладно, дорогие друзья, я пока тут полажу, потыняюсь, продам всякий хлам. И встретимся уже в следующей серии. С вами был Марс, до новых видео и всем пока.